Это будет, кстати, вот эти 3 Nexus 6 Turbo Push. Это прям супер разработочка будет в октябре. В октябре там прям гайды будут такие, ну, как делать такие штуки. Я тут подготовил одну классную табличечку по протосам. Собственно, то, что я скидал. Как замакситься там за 8 минут и прочая всякая ерунда. Вот. Так что будет топ-контент. Будем делать там прям 8-минутные пуши с 200 имморталами и прочая такая ерунда. Надо будет, короче, брать сейчас каждый час примерно выписывать ощущения, так сказать, от игры на сервере, чтобы потом сравнить. Потому что, ну, нельзя же просто сравнить по ММР. ММР будет разный на каждом сервере, потому что, ну, разные немножко условия. Вот, ну, типа, здесь первый час, например, у нас чисто рофильный, да, такой будет, ну, скорее всего. А вот что будет на других серверах? ファンモリトピラミだ。ファンモリトピラミだ。 А сейчас что-нибудь тоже рофильного, типа 300 спартанцев каких-нибудь там. Ну, масса зелков, естественно. Так, теперь нам нужны апгрейды. И, собственно, гейты. Каравакура.
Так, все, теперь у нас хватает рабочих. Пять гейтов. А надо... Девять, если я не ошибаюсь. В грелку открываться? Не, не в мете. Грелки все равно мусор. Ну, типа, как и были раньше, только чуть-чуть лучше. Так, не, один гейт лишний, но я его не успел отменить, поэтому он сойдет и так, как говорится. Надо плюс 2 заказать. Попить чайку немножко. Ах, без чайка пуш не удастся. Если вы когда-то шли в пуш и у вас не получалось, вы просто чай не попили. Ну, так, имейте в виду. Просто на что смотреть, обращать внимание, когда анализируете реплей. Вспомните, пили ли вы его чай, да, это все. Тос, не потей, это готовится к пушу. Тот потеет, чай. Ну, не, все нормально, какие там, да, правильно. Все прям красиво. И под плюс 2 будем атаковать. То есть через буквально вот 20 секунд выходим с этой грелкой. Выходит грелка, и выходим мы, в принципе. Все, погнали. Знаете, 8 минут 20 секунд. У нас почти максаут на плюс 2. Этот пилон бесполезный, но пускай уже будет. Раз уж мы поставили. Здесь нормальная, нормальная такая армия. Жалкий элнер, да, вообще отвратительно. Благородного макро. Да ладно, будет еще макро. А почему не макро? Смотри, чем тебе не макро, смотри. Я просто вышел в маленькую атаку. То есть я виноват, что его 140, а меня 200. Ну, на 840. Ну, типа, это ж не мой косяк. Легкий подпуш на 200 лимита просто такой. Чисто лайтовый выход. Лайтовый выход в алмазик.